Добрый день, меня зовут Алексей Яковлев, компания «Семкомплекс». Сегодня хочу вас пригласить на наше мероприятие, которое называется «Как зарабатывать на комплексном интернет-маркетинге от 100 тысяч рублей в месяц, плюс будет определенный нетворкинг». Ну, об этом я скажу чуть попозже, что там будет и чем это вам будет полезно. Сейчас я, в принципе, хочу рассказать, кому будет интересно данное мероприятие и, самое главное, что вы получите, участвуя в данном мероприятии. Значит, первое, это мы вам расскажем успешные кейсы по заработку денег в интернет-маркетинге по нашей авторской методике. Ну, об этом тоже я чуть попозже расскажу, что мы разработали авторскую методику, которая позволяет зарабатывать средства, используя IT-технологии, вне зависимости от вашего возраста и статуса. Будь вот там школьники работают по нашей методике, и студенты, и специалисты, и пенсионеры даже работают по нашей методике и зарабатывают неплохие деньги. Об этом мы поговорим на мероприятии, я вам покажу успешные кейсы. Просто многие, когда я делаю презентацию, многие говорят, да нет, это не для меня, я не знаю эти технологии, я и с компьютером-то на вы. Это ж нужно быть чуть ли не доктором технических наук для того, чтобы разбираться там в интернет-маркетинге. Я вам скажу, что это уже давно не так, это были там 90-е годы, когда нужно было действительно быть программистом, чтобы вообще включить этот самый компьютер. Сейчас технологии ушли далеко вперед, и не нужно обладать там докторской степенью в технических науках для того, чтобы разобраться каких-то современных технологиях интернет-маркетинга. Поэтому успешные кейсы я вам обязательно приведу. И вы поймете, что вы, вне зависимости от того, какой уровень у вас знаний сейчас, может, вы вообще не знаете, что такое интернет-маркетинг, что такое там аббревиатуры, все эти непонятные SEO, там контекстная реклама, не понимаете, что это такое. Вне зависимости от этого вы сможете зарабатывать неплохие деньги на данных технологиях. Я вам покажу, как это делать, и покажу успешные кейсы. Значит, следующее, мы вам расскажем самые современные технологии интернет-маркетинга, которые, в принципе, сейчас очень немногими компаниями в России, не очень много компаний в России используют. Знаете почему? Потому что нас Google стажирует. Мы регулярно ездим на стажировки. В Сан-Франциско нас приглашают на перестажировки, там специалисты Гугла нас стажируют. Кроме того, для нас проводят специальные вебинары, вот как вот мы планируем провести для вас вебинар, точно так же специалисты Гугла проводят и обучают нас. И этими технологиями мы будем делиться с вами, для того, чтобы вы были более конкурентоспособны на рынке, даже будете отстраиваться даже от тех компаний, которые профессионально занимаются интернет-маркетингом. Но об этом тоже я чуть-чуть попозже еще вернусь, когда будем говорить про клуб, который вот мы сейчас организуем. Значит, следующее мы дадим для каждого из вас, вот все, кто будет присутствовать на мероприятии, мы дадим такие характеристики и разберем, что для каждого типа людей, чем ему выгоднее будет заниматься. Кто-то, например, больше технический специалист, он знает, там, ему больше нравятся какие-то технические моменты, и ему, например, захочется заниматься там SEO, да, раскруткой сайтов. Кто-то больше коммуникационные навыки у него развиты, и он захочет по нашей авторской методике заниматься продажами. Причем я тоже отмечу это, что здесь идет продажа, как бы такая очень легкая, в том плане, что мы берем деньги только от прироста продаж наших заказчиков. А это, сами согласитесь, это такая, такое сильное довольно-таки конкурентное преимущество. Не когда мы приходим и говорим, дайте нам денег, мы какую-то рекламу запустим и неизвестный результат получим. А мы говорим, нет. Давайте так, мы с вами заключим договор, мы вам увеличим продажи, и в процент от этой разницы, только от увеличения, вы нам заплатите обратно. Согласитесь, это гораздо проще продать такую услугу. Поэтому тоже вас этому научим. И кто занимался продажами, кто хочет заниматься продажами, кому это интересно, я думаю, что вы заработаете очень хорошие деньги. Я тоже покажу кейсы, успешные кейсы, сколько люди на этом зарабатывают. Значит, разберем и для каждого из вас подберем непосредственно ту тематику, которая для вас наиболее близка.
Значит, следующее я вам расскажу про вот непосредственно вот эту авторскую методику, когда мы берем процент от продажи, как я сказал. Но еще один большой плюс, который вот мы тоже разработали, но это уже было не в 2012, это где-то уже попозже, в 2014 году, мы начали еще планировать. То есть не просто мы увеличиваем продажи, да, и берем процент, но мы еще и прогноз ставим по минимальному, по оптимальному, по максимальному варианту, по которому мы пойдем. То есть люди могут еще планировать связанные действия. Они не просто так, ну как бы мы им увеличили продажи на миллион, да, и они бах, из бухты-барахты должны нам определенные деньги заплатить. А тут мы еще разработали вот нашу авторскую методику, когда мы наперед планируем, то есть мы приходим к заказчику не просто заплати нам от прироста продаж, но мы приходим уже с готовым планом, что вот через 3, 4, 5 месяцев вы выйдете на такие-то результаты. И вот от этих прогнозных результатов вы заплатите нам уже заведомо известный процент. Согласитесь, это тоже такая очень сильная конкурентная история, с которой вот у вас будет еще, кстати, домашнее задание по анализу рынка и так далее. Когда вы это выполните, вы поймете, что других таких предложений у вас нет. Поэтому наше сейчас предложение – это мы хотим создать такой вот клуб интернет-предпринимателей по всей России, которые будут пропагандировать вот эту вот нашу разработанную авторскую методику. И вы, в первоисточнике, да, которые, ну, люди, которые с самого начала в этом клубе, ну, которые в самом начале вступят в этот клуб, вы, естественно, имеете огромные конкурентные преимущества по сравнению с теми, кто будет вступать в этот клуб через месяц, через два, через год и так далее. Тем более сейчас очень многие рынки пока еще открыты. Я имею в виду, что наша авторская методика, она уже апробирована в Москве, в Санкт-Петербурге, в других городах. Но огромное количество городов, где эта методика еще вообще не задействована. И там до сих пор происходит такой бардак на рынке интернет-маркетинга. У меня иногда волосы на голове шевелятся, за что люди платят деньги. Об этом мы тоже поговорим на мероприятии более детально, более подробно. Значит, ну и вот пятый пункт я здесь привел, а именно это нетворкинг плюс информация о закрытом клубе для интернет-предпринимателей. Что это такое? Ну, нетворкинг, это наверняка многие из вас знают, это сеть знакомств, да, то есть каждый из вас, кто будет в этом клубе присутствовать, вы выберете, как я сказал, вот в этом пункте, да, в пункте 3, вы выберете свою нишу, то есть кто-то будет заниматься технической частью, кто-то выбрал техническую часть, и мы вас обучим заниматься, например, раскруткой сайтов. То есть вы будете сидеть за компьютерами, и мы вам будем давать заказы, либо вы будете получать заказы на фрилансе. Мы покажем, расскажем, где это и как все это делается. И вы будете заниматься вот этой технической частью. Там SEO, кто-то будет заниматься ведением контекстной рекламы, кто-то будет настраивать систему аналитики и заниматься веб-аналитикой, кто-то захочет заниматься продажами и так далее. И суть нетворкинга в том, что вы, вот все, кто будет присутствовать на данном мероприятии, вы перезнакомитесь и вы будете между друг другом контактировать. То есть даже вне зависимости от того, там, мы свою роль сыграли в том плане, что мы создаем этот клуб, а дальше уже дело за вами. Продажник продал услуги, SEO-шник может выполнить там все инструкции по раскрутке сайтов, которые мы вам пошаговые инструкции дадим. Контекстную рекламу настроит другой специалист, который занимается контекстной рекламой. И весь этот клуб будет разделен, ну, как бы вы сами определитесь, с кем вам комфортнее работать между собой, будет разделен на такие микрогруппы, в которые вы можете как брать собственные договора, как я сказал, на фрилансе, например, либо по знакомым, по своим. Либо мы вам будем спускать, мы берем какой-нибудь крупный тендер, у нас есть часть работы своих сотрудников, ну, часть не хватает на часть работы, и мы будем отдавать в этот клуб, просить вот членов этого клуба помочь нам по нашим авторским методикам сделать определенную часть работы. Ну, естественно, не бесплатно, а это будет также все оплачиваться. Поэтому участие в этом закрытом клубе для предпринимателей, это для вас будет большой плюс. Там будут свои собственные чаты, телеграм-каналы и так далее, где вы сможете между членами клуба общаться, где мы сможем вам предлагать какие-то работы выполнить, а вы сможете их
подумать, выполнить и не выполнить, и взять и сделать. Единственное, что сразу отмечу, что самое главное, там у нас будет прописано, что самое главное – это ответственность. То есть, если вы уже взяли за какую-то работу, да, особенно если это тендерные какие-то вещи, это значит, что вы должны отвечать за свои слова. И вот это вот будет прямо в уставе клуба прописано. Как только кто-то берется и не делает, не выполняет, либо мы видим, что если он берется и у него не получается, то он обращается либо к нам, либо к другим членам клуба, и мы, естественно, всегда помогаем. Но если мы видим, что им просто он взялся, но не делает принципиально, конечно, данное членство он лишается. Значит, ну и последнее, что будет на данном мероприятии, это будет пошаговый план заработка на ближайший месяц с гарантией результата. Это то, что вот я вам сказал. Вы заплатили определенные средства за участие в данном мероприятии, и вы их, мало того, что окупите вдвойне, это мы гарантируем. Если не гарантируем, если не окупите, то мы вам их удвоим просто-напросто. Но мы настолько уверены в своей авторской методике, что когда мы вам дадим пошаговый план заработка, я точно знаю, что в течение месяца вы не только удвоите, но и утроите. Но мы даем только гарантию на удвоение. Поэтому ждем вас на мероприятии. Спасибо за внимание. До свидания. Буду рад видеть вас на мероприятии. До свидания.